Всем привет, дорогие друзья, с вами Витёк. Сегодня мы продолжаем проходить игру Space Marshals 2. Так, в этой серии мы должны встретиться с дядюшкой нашего знакомого по имени Гвен или Гевин. Гевин, о, чуть не перепутал имя. И сейчас мы должны освободить город от каких-то рейдеров, ну или бандитов. Так, в прошлой серии я говорил, что надо все проходить по стелсу, чтобы все было красиво. Сейчас мы попробуем воспроизвести то же самое, что и было в первой серии. Упс, враги. Так, он меня не заметил. Ничего себе. А я думал, он меня заметил. Ну, хорошо, что не заметил. Мы его по-тихому убрали, идем дальше. Так, смотри, тут какой-то щит есть. Может его взять? Чего не берешься? Так, там еще один чувак. Он спит. Все. Спи, спи, спокойно. Так, патроны. А вот как этот ящик взорвать? В смысле, дверь как открыть? Нет, не открывается. Смотри, у нас есть бомбы какие-то. А ну-ка. Нет, не работает ничего. Странно. Очень странно. Ладно. Не будем заморачиваться на этом, пойдем дальше. Так, еще один. Контрольная точка. Так, лишь бы он нас не заметил. Так, он остановился. Ну, что ты будешь делать? А, он вернулся обратно, ну хорошо. Так, жетон. Патроны. О, гранаты. А патроны не берутся. Я перезарядился, а патроны все равно не берутся. Интересно. Так, спрячемся за этим ящиком. А то, мне кажется, если бы я к нему подходил, он бы обернулся. Да, видишь? Я бы не успел его уложить. Так, подождем еще немного. Пусть он к нам подойдет. Во. А мы обойдем ящичек. Вот так вот. И красиво, аккуратненько уложим его спать. Все. Так, мы уложили 5 из 18. Тут 18 этих рейдеров. А я думал, ящик взорвется. Ну, или сломается, там и что-то выпадет. А он железный какой-то. Так. Ну, давай, заходи. А, на лестницу надо нажать. Во, как здесь уютно. Здесь ничего нет, да? Лутаться тут. Тут нет лута. Значит, идем наверх. Сейчас мы в баре окажемся, да? Или что это? Бар, квартира. Скорее всего, домик какой-то. Было бы здорово, если бы это был бар. Да, это квартира, потому что там, смотри, кровать есть. И странно, что тут два мужика живут. Это нехорошо. Или они просто тут так стоят. Так, смотри, там патроны есть. Если они нам нужны, конечно. Да, нужны. Одна пулька. Смотри, теперь мы можем открыть дверцу. Мы только что узнали, что главарь рейдеров находится в погребе шерифа. Победи его, и они отступят. Но если хочешь более высокий ранг, то придется устранить всех рейдеров. Какой еще ранг? Я думал, ты забудешь об этом. Ладно, я займусь этим. Что, у меня язык заплетается. Так, еще одну уложили спать. Мы тут не убиваем, мы тут всех укладываем. Так, а теперь как отсюда выйти? Куда нам надо идти? В погребе шерифа мы можем уложить главаря рейдеров. И тогда все отступят. Или же мы можем всех уложить. А что тут не проходишь? Странно. Зачем это поставили? Чтобы усложнить нам задачу. А тут? А, это то же самое. Ладно. Значит, будем как-то обходить. Кстати, я думаю, может найти гранаты в дело, как-то вход пустить.
Было бы очень интересно посмотреть. Прячемся. Чуть не заметил. Не, вроде не увидел, не увидел. Может, камушек кинуть? Ну-ка, услышит. Услышали. И что они будут делать? Ничего. Странные они какие-то. Не ходят, не проверяют. Ой, нет. Заметил? Или типа ему показалось? Ну-ка, камушек. Ну давай, иди туда. Чё-то... Чё вы такие глупые? Ну сколько раз уже камень упал, ты не ходишь, не проверяешь. Вдруг там кто-то есть. Во. А второй чувак. Все, запалили. Сейчас будет перестрелка. Кидаем бомбу. Вау. Только пол хп снял. У него там броня, что ли, какая-то. Так, я взял дробовик. Он стреляет каким-то гранатом. У него гранатомет. Смотри, как они красиво падают. Да, спецэффекты еще здесь классные, кстати. На высшем уровне все. Так, кидаем бомбу. А ему пофиг, смотри. Все, он взорвал. Вау, как он полетел, ты видел? Он звездочкой, по-моему, полетел. Если ты не заметил, перемотай назад. На пару секундочек. Беги, он говорит. Я подбегу лучше к тебе. Так, сейчас он выйдет из укрытия. Да, перестрелки здесь действительно прикольно. Вау. Не вышел он все-таки из укрытия, поэтому я решил кинуть бомбочку. Да, здорово, что бомбы тут есть. Так. Значит, на карте тут, на радаре показано, куда нам идти. Точка показана. Опять броню не берешь? Что? Че ты броню не берешь? Так, здесь закрыто что-то. Ничего себе, 15 патронов. Там что-то внутри есть. О, как все затемняется. Шляпа. Белая шляпа маршала. Интересно, мы ее надеть можем. Прикинь, можно было бы это менять, эту одежду. Опа. Там второй. У меня получился. А нет, что-то он там сказал. Получится. У тебя все получится, сфокусируйся. Этот что делает? 4. 9.47. Интересно, если мы взорвем эту бочку, то тот услышит нас. По идее, должен услышать, если он не глухой. Вау, смотри. Ну и что? Ну, вроде идет. Нет, остановился. Блин, как ты не услышал? Он куда-то бегает. Так. За бочку. Ладно, за ящик. Что он считает? Это глава рейдеров? Какой-то странный. Прекрати, фу. Найдите. Отличная работа, Бертон. Дай знать, когда все будет готово. Поставьте на паузу, чтобы завершить миссию. В городе до сих пор бродят рейдеры. Я дам тебе более высокий ранг, если ты их всех устранишь. Я подумаю над этим. А этих как освободить? Атакующий режим. Ребят, я хочу вас освободить, но не получается. Может, вы поможете мне или сами сбежите?
Чё вы там лежите? Чё вы там лежите? Может, сами сбежите? Здесь тоже ничего нет. Но нам остается только выйти наружу. Сколько там осталось этих рейдеров? На радаре показан только один. Ну давайте уже устраним его, что? Почему бы и нет? Сейчас нам придется тут все обходить. О. Залезаем сюда. Отлично. Выходим отсюда. Теперь мы к нему все ближе. А, вот и он. Скрытный режим. Интересно, он услышит? Это было прикольно. Так, теперь что нам нужно делать? Идти обратно к своим друзьям. К своей команде. К своим маршалам. В конце концов. А, она же говорила что-то насчет того, что мы будем эвакуироваться. Так что давайте подойдем к ним. Вот они тут стоят. Вот еще один чувак. А, коснитесь, чтобы эвакуироваться. Все задания миссии выполнены. Хотите закончить миссию? Да, наверное. Миссия пройдена успешно. Вот такая вот миссия, дорогие друзья. Неплохая, если честно. Выберите ваше вознаграждение. Армач Фалькон МП, Армач Аутрейнджер. Давайте возьмем вот эту. Так, дядя Гарт, это наш пилот, а вы специалист Бертон. Как здорово, что они проспели как раз вовремя, да? Интересно у тебя друзья, племянник, но думаю, что вы можете погостить у нас. Кстати, приятно познакомиться. Этот дом свободен, поскольку наш последний шериф застрял на необитаемом острове. Это длинная история, даже не спрашивая, как его угораздило. Просто делай, как мы договаривались, и он твой, а у меня есть дела поважнее. Пока. О чем это вы договаривались? Мы же не собираемся останавливаться на этой помойке. Мы договорились раз и навсегда расправиться с этими рейдерами. Они называют себя Rattlers и прячутся в холмах. Нам нужно место, где остановиться. Бартен, будь наготове. Все остальные наведите здесь порядок. Хорошо, Томи, как скажешь. Что ж, дорогие друзья, вот такая вот серия получилась. Небольшая, но на 12 минут тоже нормально. Так что, если вам понравилось, не забудьте поддержать видео лайком и подписаться на канал. А с вами был Витёк. Всем до скорой встречи. Всем хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока.